Деревня Алешкина в Ядринском районе исполнилось 250 лет. По этому поводу жители устроили праздник. Праздник начался с красочного шествия по деревенской улице. Каждая семья подготовила для участия в нем родовое полотенце, чтобы каждый гость увидел, сколько людей живет сейчас в Алешкино, какие летописи пишутся старожилами. В день деревни у околицы открыли стеллу. На ней дата основания, название и символ деревни, чтобы потомки не забыли. В праздновании дня рождения участвовали профессиональные и самодеятельные коллективы из Чебоксар, Ядрина. Жители организовали выставку своих работ. Для детей работали детские аттракционы. У мужчин была возможность посоревноваться в силе и ловкости. К празднику подготовили даже почетные грамоты.